Друзья, всем привет, это Сергей, а сегодня у нас 10 мая, я решил посетить музей военно-воздушных сил. А сейчас я нахожусь в городе Форт Уолтон, здесь у них такой музей, рядом военная база авиационная, и вот музей. Ну, в музей сегодня не пойду, потому что он уже 5 вечера, он закрывается, я просто пробегусь рядышком и покажу вам, какие самолеты исторические военные тут стоят в округе музея. Ну что, давайте начнем наш осмотр вот с этой летающей боевой крепости. Сейчас посмотрим, как этот самолет называется. Это aircraft, самолет имеет название First Lady, первая леди. И он называется как-то AC-130 Spectre. Реально летает. Ого. Телевидение. Вот здесь полный комплект. Лазерная таргет. Дезигнатор. В общем, он такой самолет-разведчик. Все летает, снимает. Знаете, какие он здесь пушки летающие. Вернее. Вот это мощь, вот это мощь. Реально смерть в воздухе, если по такую попадешь. У него, значит, две пушки с этой стороны. Это крутящиеся пулеметы, а вот здесь уже такие стоят пушки. Hello. Хороший калибр. Это у нас F-16 Fighting Falcon. У нас F-15 Eagle. Этот самолетик называется AC-47 Spooky. Вот такое у него смешное название — Spooky. И на заднем плане у нас еще один самолетик. Прям мне очень напоминает самолеты Второй мировой войны, российские, советские, вернее. Это B-17. B-17 Flying Fortress. 4 винта. 2 пушки впереди. Одна пушка под брюхом. Так, ну этот уже попроще, в отличие от предыдущего. Это у нас двухмоторный B-25 Mitchell. Ах, прикиньте, вон видно, стульчик стоит. На оборудование снято, конечно. А, здесь у них, все понял, тут у них стоит пулеметчик сидит за пулеметом. А сам капитан, летчик наверху, наверное, человека два точно. Интересно. Вертолет называется MH-53 Mayflow Ivy. Ну, это, видимо, Navy машин, морской для высадки десанта, посадки на кораблях. Такая внушительная машинка. Но вот это, конечно, пушка. Вау, какой он длинный, а! Ничего себе, конкордик. Давайте глянем, что это. Прям как стелс прошлого века. Так, это у нас самолет AS-R-71 Blackbird. Черная птица. Ну, понятно. Название соответствует.
Давайте попытаемся сейчас его обойти, посмотреть, какой он громадный. Ничего себе, тут движки стоят, турбина. Ребят, ну аплодисменты. Наш МиГ-21 стоит. Красавчик. Добрался он все-таки до сюда, добрался, долетел. Да, ну вот он родной. МиГ-21F-13 Fishbed. Кстати, я перевел Fishbed. Это фиш-рыба. Bed переводится как рыбная ложа. Не знаю дословный перевод. Так, ну что, отдаем честь нашей машинке боевой. Идем смотреть дальше. Это B-47. B-47, старт джет. Очередная американская машинка. F-4S Sea Phantom. Phantom 2. Интересно, такой самолетик. Уже более серьезно смотрится. Два летчика там у них. Такое оборудование. Солидная бомба. F-104D Starfighter. Звездный боец какой-то. F-100 Super Saber. Так, мне вот этот самолет понравился, он такой моли прокачанный. Диски у него такие классные, ребята поставили, мне нравится. А так смотрится что-то не очень. Странно как-то. Какая-то как сигара. F-86 Saber. Сейбер. Очередная машинка US Air Force Thunderstreak. Ну а это какая-то ракета с пусковой установкой, которую можно перевозить. Здесь управление, колесики. Я так понимаю, ух ты, какая выхлопная у нее стоит. Я так понимаю, самонаводящаяся, наверное, и полетела. Так, какая-то малышка стоит, Т-33 Тиберт, птичка. И вот они, легендарные американские вертолеты периода Вьетнамской войны. Ну, не только. Просто он покрашен в другой цвет, не камуфляжный. Ух ты, какие сопла. Здесь все металлом отделано, чтобы не сгорело. Мощно. Давайте посмотрим, что это. Это очередной фантом. Кстати, гляньте, какая машинка стоит. Это ресторанчик. С другой стороны там открыто, и парень продает хот-доги, напитки всякие, сэндвичи. Что это за модели, даже не могу понять. Все, ребят, сирена, мне пора домой идти. Это Маришка меня сигналит. Сережа, домой. Спасибо, что были со мной. Вот такой маленький репортаж я сделал для вас. Ну и для себя, конечно, на память. В общем, всем удачи и до связи. Отпуск продолжается. Всем пока-пока.